Ефірі прес-центр. Я Олена Андрющенко. Вітаю. Діти з аутизмом Дніпра знову лишаються без реабілітаційного центру. Про це сьогодні поговоримо у нашому прес-центрі. У гостях Артем Мадатом, Сергій Дворецький та Вікторія Резніченко, батьки, що виховують дітей з аутизмом. І в першу чергу хочу передати слово пану Артему. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію. Що сталося, чому дітей намагаються вигнати з реабілітаційного центру? Будь ласка. Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Артем. Я воспитываю дочь 7 лет. У нас тяжелая форма аутизма, невербальная. То есть ребенок 7 лет не говорит. И уже 2 года мы проходим реабилитацию в областном центре реабилитации инвалидов, который принадлежит областной Днепровской раде. И у нас до сих пор было все хорошо, ребенок делал определенные успехи, каждый день занятия, ребенок находится в этом центре каждый день до 5 часов, и все было хорошо. И вот недавно нас, родителей наших двух групп, 23 человека, собрали, и директор нашего заклада объявил нам, что теперь постоянного посещения центра не будет, потому что есть решение комиссии облрады соответствующее, которое было принято год тому назад. И теперь было решено дать решение этой комиссии ход. В этом документе, который нам копию вручили, написано, что дети, инвалиды, в том числе с аутизмом, они имеют право реабилитироваться, то есть проходить курсы реабилитации в этом заведении на Табачной от 1 до 6 месяцев, но не более 6 месяцев и не более 2 раз в год. И вот, значит, нас таким образом огорошили. Я хотел бы сейчас сказать о том, что насколько это решение соответствует истинному положению дел с реабилитацией детей и аутистов. Аутизм, как мы знаем, кто-то не знает, ну, это уже признано психиатрами, относится к ментальным расстройствам и заключается в нарушении социального, эмоционального, психического взаимодействия детей и взрослых, которые страдают аутизмом, с окружающими. Естественно, что эти люди, они, не общаясь с другими людьми, замыкаются в себе и становятся без посторонней помощи беспомощными. То есть это инвалиды, ну вот у нас, например, инвалидность группа А, то есть ребенок требует постоянного круглосуточного постороннего ухода. Реабилитация заключается в том, чтобы привить ребенку навыки самообслуживания, как минимум. Хорошо бы, чтобы появилась речь и появились какие-то способности к обучению. Таким образом, состояние больного облегчается. Он может в ряде случаев обходиться без посторонней помощи. И уж совсем хорошо было бы, чтобы больной стал ограниченно трудоспособен, чтобы он мог выполнять какую-то простую работу и таким образом что-то зарабатывал и как-то жил. Я хочу подчеркнуть, что только постоянная реабилитация, непрерывная, вот всю жизнь, может давать результаты. Это уже многократно доказано в разных странах мира, особенно большой опыт есть в Израиле с реабилитацией таких больных, в Соединенных Штатах Америки. На Украине такой опыт, скажем так, ограничен, и специалистов очень мало. Во всяком случае, все тут присутствующие, всех специалистов по прикладному поведенческому анализу знают в городе. То есть их совсем мало, ну буквально там несколько, может быть, пару десятков человек обученных. Теперь, что будет, если, скажем, ребенка лишить, ну вот месяц ребенок походил, прошел какую-то реабилитацию, какие-то навыки привили ему, а потом он полгода сидит и ждет наступления следующей очереди, когда его опять возьмут на реабилитацию, и он будет заниматься со специалистами. И я вам гарантирую, что 100% навыков приобретенных будет утрачено. То есть такой вот периодический способ реабилитации больных аутизмом, он совершенно неэффективен, он не дает никаких результатов, и вообще говоря, это пустая трата государственных денег. Поэтому
Учитывая особенно, что сейчас на Украине отсутствует закон о реабилитации инвалидов с ментальными нарушениями, ну, вот всякие другие есть, там по опорно-двигательному аппарату, там другие инвалиды, такой закон имеет. В Украине он пока не принят. То такое решение должно быть принято, ну, скажем, на уровне местной власти, скажем, депутатами областной Днепровской рады. И хотелось бы, чтобы это было побыстрее, потому что время идет. Сейчас нормальная работа с детьми-аутистами в центре на Табачной будет нарушена. Вот нам уже говорят, что вот буквально там со следующего месяца или там еще со следующего месяца будет прекращено постоянное посещение нашими детьми этого центра. Вот, и его нужно, это решение, принять как можно быстрее, иначе пострадают дети-инвалиды. Ну, вот это я и хотел сказать. Що ж, тепер хочу передати слово пані Вікторії. Я знаю, що ви виховуєте доньку одна. Скажіть, будь ласка, що для вас означає, коли вас, коли дитину просто виганять з цього центру? Вижили? Да, меня зовут Виктория. Я мама 7-летней девочки с тяжелой формой аутизма, группа А. Я могу объяснить, как это будет отражаться на жизни моей, а могу сказать, что в лице моем, в общем-то, 90% таких мам, потому что в большинстве случаев, к сожалению, мамы-одиночки. Папы не выдерживают этого. Для меня это обозначает, на сегодняшний день я практически всю свою жизнь посвящаю этому центру, ребенку. И то, что сейчас я имею школу, позволяет мне хотя бы зарабатывать на какую-то жизнь. Пенсия у нас, к сожалению, очень маленькая. Если мой ребенок вернется обратно домой, во-первых, все, что было вложено в ее развитие на протяжении очень долгих лет, не очень-очень многих денег, будет утрачено. К сожалению, утрачено будет совершенно безвозвратно. То есть мой ребенок снова вернется в состояние агрессии. То есть на сегодняшний день моя дочь уже начала разговаривать. На сегодняшний день моя дочь довольно-таки успешный художник. Всего 7 лет. Она счастлива, она посещает эту школу с огромным удовольствием, как и остальная группа детей. То есть мы на момент, когда создавали эту маленькую группу, мы собрали всех детей, которым отказали все. Вот. На сегодня эти дети получают полную реабилитацию. Программы разработаны шикарные. Дети начали социально жить. Дети начали быть активными, счастливыми. Это можно проверить. Очень многие дети начали говорить. Очень многие начали даже дружить, что в аутизме, в принципе, это огромный успех. Для меня лично, если сейчас эта школа закроется и моя дочь вернется домой, я потеряю возможность зарабатывать на жилье. Жилья у меня нет. То есть фактически мы останемся голодными на улице с ребенком, который теряет навыки очень быстро. Для меня это крах. И таких же, как я, очень много. Таких, как я, практически 90% это матери-одиночки. У нас есть матери, которые приехали с Донецка. У нас есть мама, у которой двое подростков с тяжелой формой аутизма, и она приехала с Донецка. И для нее это просто это смертельный приговор. То есть это конец. Что ей делать с двумя подростками невозможно. И таких у нас большинство, таких по городу очень много. Нас очень много. И вот эти центры настолько необходимы, что я не могу вам даже передать, насколько тяжело одной воспитывать такого ребенка. Во-первых, это крайне дорого. Во-вторых, у нас действительно нет специалистов в городе. Их так мало, и их так тяжело найти, и тяжело попасть к ним на реабилитацию, что этот центр, который мы сейчас имеем, это наше счастье. Это действительно чудо, созданное нами же, родителями, и наши же родители и специалисты, поэтому все, что там создавалось, было подобрано правильно, по программе, по необходимостям, по нуждам. То есть дети получают полный необходимый программу реабилитации и обычных жизненных навыков, и школьная программа, правильно, да? То есть у них есть уроки по математике, чтение, письмо, я, может, как-то не буду очень правильно выражаться. У них есть уроки приготовить себе кушать, погладить себе одежду. То есть все, что им необходимо будет в жизни, они получают там. Наши дети занимаются творчеством. Большая часть научилась делать очень
красивые поделки всякие. Ну, в общем, у них целый день насыщен занятиями и реабилитацией. То есть дети социально активны, дети не агрессивны, дети счастливы. Это доставляет, во-первых, это позволяет нам, родителям, просто жить, зарабатывать на жизнь. Душевно быть спокойными о том, что наши дети в надежных руках, наши дети получают все, что им необходимо. И в дальнейшем большинство из этих детей, на которых был поставлен крест, а это я знаю всю группу, которая собралась там из первоначального, то есть они получат в будущем, в принципе, половина из них может получить возможность работать и жить самостоятельно без постоянного круглосуточного присмотра. Ну, это как бы, конечно, идеальный. Скажіть, будь ласка, чим аргументують прохання покинути центр? Хто? Ну, директор. А нічим. Вони аргументуються законом о том, що наші діти не мають права перебувати там постійно. Вот і все. Тобто ніяких однозначно точних відповідей ми не отримуємо. Вот в чому суть. Нам говорять о том, що закону немає. Закон о реабилитации, вот как говорил Артем, от 1 до 6 месяцев по решению комиссии, а как бы что решит комиссия, как бы неизвестно, ну как бы и вот такие ответы все, то есть никаких конкретно четких ответов по срокам, по каким-то гарантиям, что наши дети вернутся, нет. То есть как бы, ну да, если комиссия решит, возможно, вы вернетесь, как бы, ну вот как-то вот так все. Выходит, что дети за аутизмом не защищены законом? Да, к сожалению, у нас нет конкретного законодательного проекта о том, в какие сроки должна проводиться реабилитация детей именно с аутичными расстройствами. Вот в чем проблема. То есть нет никаких... Категория А – это самая сложная. То есть да. Там собраны дети у нас категории А, это самые трудные дети. То есть это беда. Если этот центр закроется, это беда, и я не утрирую. То есть это 23 судьбы, а плюс у них еще есть семьи. Это подписание смертного приговора, в общем-то, и окончание, я не знаю, что даже будет. Потому что же половина матерей потеряет возможность работать, жить, снимать квартиры, содержать своих детей, а дети начнут просто сдавать обратно. И все, что мы делали много лет. Скажите, пожалуйста, а чи є якась альтернатива цьому центру в місті Дніпро? К сожалению, нет. Есть частные центры, которые, ну, стоят очень-очень недешево. Вот. И в них тоже очень маленькое количество специалистов. К сожалению, ЭБА-терапевты, которые необходимы, крайне жизненно необходимы этим детям, их у нас никто не учит. То есть те, которые обучены, обучены за свой счет, обучены за границей, но не у нас. И их действительно в Днепропетровске здесь считанные единицы, особенно высококлассных. А специалистов, которые работают хорошей, мощной командой, это одна группа, это наша группа. Все остальные как в основном занимаются частной практикой, ну либо это маленькие частные центры, либо это... Ну, просто личные занятия дома, там, в кабинетах, и это единицы. На, здесь, в Днепропетровске, только на сегодняшний день 400 человек официально. Зарегистрировано, да. Официально. Их гораздо больше. Это только те, которые прошли обследование, получили группу инвалидности, официально получили диагноз. 400. А специалистов, ну, десятка два. Да, не больше. Десятка два. Вот в чем. И мы как бы предлагаем директору, дело в том, что мне непонятен один вопрос. Мы предлагаем директору обучать новых специалистов, расширяться, брать новых детей. То есть нам аргументируют тем, что другие дети тоже должны реабилитироваться. Хорошо, прекрасно. Мы готовы. Помогите нам немножко, нам нужно больше помещений, у нас всего две комнаты. Мы готовы расширяться, мы готовы обучать новых специалистов, мы готовы делиться своими программами, мы готовы помогать остальным детям, пожалуйста. Но почему-то, по какой-то странной причине, вместо того, чтобы обучиться у нас, как помочь действительно эффективно, правильно и точно, нас просто выгоняют и хотят сделать поток, который абсолютно не... Ну вот Артем сказал, не то, что не имеет смысла, это бесполезная трата государственных денег. Абсолютно точно. Это может подтвердить, в принципе, любой психиатр, который в этом разбирается. Дякую. Хочу передать слово пану Сергею. Расскажите про вашу ситуацию. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Сергей. Я папа аутичного ребенка. Зовут его Паша. Я хочу немного углубиться, потому что для телезрителей понятие аутизм не совсем понятно. Многие думают, что это очень талантливый ребенок, и он там сидит где-то в уголочке, никого не трогает, никаких проблем с ним нет. Но на самом деле очень много проблем с этими детьми. Вот мой ребенок, например, был полностью неконтактным ребенком. Вот, когда, допустим, я его куда-то хотел повезти,
у него начиналась истерика, потому что у него в голове какой-то свой план, присущий только ему и понятный только ему. Например, вот когда мы ехали в маршрутке, у нас есть две маршрутки, которые идут одного конца в другой конец, просто разными путями. И когда мы садимся на другую маршрутку, и она едет по другому пути, у него начинается истерика, и эта истерика происходила, ну, от начала маршрута до конца. Его вся маршрутка, все люди, которые там сидели, его успокаивали, оттягивали от двери. Вот. То есть эта проблема очень непростая. Вот. И когда мы попали в центр, ну, для занятий с аутичными детьми, вот, они, эти специалисты, шаг за шагом учат их взаимодействовать с другими людьми. Например, вот есть у них такая линейка, вот, допустим, сидит ребенок, и специалист ему показывает, он полностью неконтактный ребенок, и специалист ему показывает, вот приклей сюда, я хочу телефон. Вот, и когда он, это происходит на протяжении не одного дня, не двух дней, даже не недели, это происходит на протяжении месяца, двух месяцев, они его пытаются вовлечь во взаимодействие с собой. Вот. И тогда, когда уже ребенок этот понял, не потому что он там какой-то скандальный вообще человек, а потому что у него мозг так устроен, что он не может взаимодействовать без чьей-то посторонней помощи. Вот. И тогда ему уже интересно общаться, он уже понимает, что если он приклеит «я хочу маршрутку», то мы с ним пойдем спокойно, сядем в эту маршрутку без скандалов, без ничего. Вот. Если он хочет телефон, и мы его не понимаем, что он его хочет, а он думает, что все его понимают. А когда он уже понял, что ему надо это приклеить, и тогда уже нет никаких скандалов. Поэтому этот центр, эти занятия, они просто, ну как воздух, нужны этим детям. И эта реабилитация не должна прерываться. Вот. Еще раз хочу отметить, это, ну, чтобы один навык какой-то привить, это проходит полгода. Вот. Потом, когда ребенок начинает лучше взаимодействовать, сейчас уже у нас Свят шьет хорошо, Лера рисует. Вот Павлик мой песни сейчас поет, уже хорошо, лучше начал говорить. Уже когда мы приходим с женой в центр туда его забирать, он же просто радуется. Хотя раньше он бегал там где-то в сторонке и вообще на нас не реагировал. А он уже радуется, потому что мы пришли вдвоем. Вот, поэтому результат есть, хороший результат. И поэтому нельзя этот центр закрывать. Мы благодарим журналистов за то, что было привлечено внимание к нашей проблеме. И как бы было там собрано собрание в облраде, вот, и нам пообещали, что вроде его не будут закрывать, этот центр. Но мы же понимаем, что между обещанием наших чиновников и выполнением этого обещания иногда большая, огромная пропасть. Нам даже сейчас не выдают копию протокола этого заседания, чтобы мы могли увидеть реально, какие они шаги собираются делать для того, чтобы этот центр не закрылся. Дякую. Можливо, є питання у колег? Да, у меня микрофончик. Так. А сколько, по вашей оценке, вообще в Днепре сейчас детей с диагнозом аутизм? Примерно 100, 200, 500? Я вам скажу. Значит, есть государственная статистика, которая опирается на диагнозы, выставленные психиатрами. То есть обследованных детей более 400 человек сейчас в возрасте до 18 лет, которые требуют реабилитации. А если брать мировую статистику, то есть страны, в которых обследование охватывает широкие слои населения, то таких детей минимум в несколько раз больше по Днепропетровской области. То есть я могу сказать, что не менее 2000 человек. А может, просто считаю... они недообследованы. Вообще же сейчас в Украине, если брать американскую статистику, которая говорит, что на 85 родов одному ребенку потом будет выставлен диагноз аутизм, а учитывая, что сейчас в Украине рождается чуть меньше 400 тысяч детей в год, то вы можете сами посчитать, какое количество рождается детей каждый год, которым будет установлен диагноз аутизм.
Ну, вы в большой степени ответили на мой следующий вопрос. Я, насколько понял, речь идет не о закрытии центра всего лишь, не о закрытии центра в целом, а о том, что облсовет хочет применить своеобразную ротацию, чтобы право на реабилитацию получили и другие. Сережа, немножко мы с вами так забыли упомянуть. Я не оспариваю ваш тезис о том, что такая реабилитация должна быть непрерывной. Наверное, самым разумным видом было бы расширение центра. Да. Второй понимаете? Вопрос и последний. Да. Есть ли площади у этого центра для расширения? Практики? Есть. Значит, сейчас четвертый этаж полностью стоит пустой. Он не отремонтирован. В четырехэтажном здании, которое эксплуатируется, три этажа эксплуатируется, а четвертый нет. То есть 25% площадей пригодны для расширения. Ну, это же самое здравое. Мы понимаем, но есть руководство этого закладу, которое принадлежит облсовету. Улица Табачная, какой точно адрес? Табачная 1. Улица Табачная 1. А где-то хоть какой район? А, это от проспекта Металлургов. Между есть Металлургом и Рабочим. Вниз в Балку, вот туда, к Рабочей. Это очень далеко, глубоко, детей довести туда очень сложно. Полтора километра от остановки. Нам приходится нанимать транспорт, чтобы своих детей туда возить, потому что не все могут дойти. Зимой туда практически нереально. Я что хотел сказать, что я считаю, что облрада вполне могла бы расширить этот центр. Так я тоже так считаю. Туда нужно отремонтировать этаж, дать ставки персонала. И тогда будут довольны все, и те, кто проходит. Естественно, и те, кто естественно. Хочет. Дело в том, что... Для этого нужно принять закон. Давайте по черзе, да. Пани Виктория. Да. Дело в том, что вот это мы и предлагаем постоянно, что вот. Как бы давайте расширяться. Мы готовы, у нас есть программа, которая действительно работает. Мы много лет выдаем результат. И результат мы выдаем действительно хороший. Мы хотим расширяться, но почему-то вот это как-то нас и не принимают. У нас почему-то не хотят слышать. То есть гораздо дешевле, я не знаю, как выгоднее, наверное, поставить поток, который... Невыгодно, те же деньги. То есть вместо того, чтобы сделать действительно этаж, и детей правда много, и они же нам об этом и говорят. Три хвилини, тому найважливіше буде. Так они самое важливіше сейчас и сказали. Найважливіше, да, это в том, что как бы нас нужно не убирать. Нужно ставить не поток, нас нужно расширять. Нам есть чему научить, нам есть как реабилитировать. Мы готовы это предоставить, и наших детей нельзя убирать. Мы готовы взять и других и помочь. Я еще хочу обратиться ко всем неравнодушным людям, которые знают людей с аутизмом. Может, они сами сидят дома с такими детьми. Вот нас 23 человека, а если нас будет больше, если мы напишем письма в обладминистрацию, в администрацию президента, в Министерство соцполитики, то мы можем быть услышаны. Так что, пожалуйста, зрители, пишите, поддержите нас в этой проблеме. Дякую вам. Я завершую прес-конференцію, адже час вичерпано, але я думаю, що ми повернемося до цього питання через деякий час і подивимося, що вийшло врешті-решт. Дякую телеглядачам, що слідкуєте за ефірами відкрито. У студії працювала Олена Андрющенко. До побачення, до наступного включення.